Привет, ребятушки, и особенно большой-большой приветик Денис Хамидуллин, Даня Кит и Данияр Дарибаев. Не так давно появился новый выпуск Сидоджи Шоу, и поэтому мы с вами просто обязаны его заценить. И называется он Дональд Труп. Так, тут пуша лежит. Теперь все тёлки мои. Конечно, а, сука, твои. Умер. Самец идет на охоту, бро. Пушенька. Костюм дедушки делает меня таким клёвым. Иди ко мне на ручки. Ой, тихо-тихо. Что там творится? Жесть. Пушенька, ну не мешай. Киса. Большой дым. Кто сожрал всю еду? Там башка Эльзы, что ли? Вся пропала. Я решил выкинуть. XXX? Я вообще худею. Ну не пропадать же добру. Сиджи, сходи, купи ништяков. Да конечно, когда тебе худеет, жрать, блин. Ты уже как айсберг, потопивший Титаник. Я сука худой. Ты явно жирный. Аппарат не врет. Хирометр. Пуша, что ты делаешь? Сын, я твой отец. Папа, нет, сын, маркетинг. Я твой отец. Дай денег, я расскажу тебе нелическую историю. Как один долбоёб дал бомжу денег. Иди нахуй, сам иди нахуй. Твоя мамка шлюха. Ну, так то да, хер поспоришь. Сынок, вон доллары я вся твоя. Фу, боже, что это? Вы президент США. Что это было? Все идет хорошо. Вы вроде бы сломали уже все двери. Подкачали свое чудесное тело. Но вдруг появляется Дональд Труп. Вы думаете? Какого хера? Я нормально управляюсь страной. Но Дональд Труп вас уделывает. Че смотришь, пидор? Пизду отсюда нахер. Отжали твой бизнес. Вы думаете, что спокойно надерете задницу недоброжелателю? Но вы не в силах справиться даже с его горячими сучками. Вы уныли. Вам совершенно нечем себя порадовать. Тогда сервер Skyland Roleplay для тебя. Большие возможности для отыгрывания любой роли и множество развлечений. Интересно, сучка? Да, да, продолжай. Интересные квестовые линии, возможность кастомизации дома и еще много всего интересного. Присоединяйся. Ссылка на группу и адрес сервера в описании под видео. Ну как настроение? К черту президентство. Буду летсплеером. Эх. Было бы у меня столько денег. Я его граблю, он меня грабит. Ты его грабишь? Кто здесь производит опасность? Паскуда тварь, чурня. В моих руках пистолет. Кто этот опасный бандит? В тот момент, в глазах Паттенелла, вам стало плохо, нет, он бил черным, в руках у него били пистолет. Это явно не вот этот прекрасный белый парень. Сиджи, ты что опять шумишь, преступник? Я требую акробата, твое право завалить хлебалушку. Ты потрачен, Сиджи. Кто тут самый генгста? Ой, божечки. Вы нашел, кто тут самый генгста? Ничего себе, перед не вами знала, трейлер. Что, шоу. Что будете делать? Участник номер один. Обкраду, конечно. Логика плохо, да? Я его потом убью, вы не против? Боже мой. Участник номер два. Угоню. А затем запишу сольный альбом. А, неплохо, неплохо. Участник номер три. Участник номер три? Он что, сорвал трейлер? Безусловно, он наш победитель. Пока те говорили, тот действовал. Большое спасибо Козлоду и остальным донатерам за ваши наркобабки. О. Надо что-то говорить, наверное. Неплохо он поблагодарил донатера. Чё, так дело, ребятки? А это же я. Но я ничего не донатил. Мистика какая-то. Как всегда, офигенный выпуск Сидоджи Шоу. Если он вам понравился, то в описании к моему видеоролику есть ссылка на этот видосик. Обязательно перейдите по этой ссылке и поставьте новому выпуску Сидоджи Шоу свой лайкосик. И также, если вам понравилась моя реакция, то поддержите ее своим царским-присарским лайком и подписывайтесь на мой канал. Ну а также, когда подписываетесь на мой канал, рядом с кнопочкой подписочки есть колокольчик. Обязательно нажмите на него и поставьте галочку, как я это делаю сейчас на вот этом вот канале. Мне понравился момент с этим вот шоу, типа, где спрашивали про трейлер. Еще прикольный моментик вот этот вот был, как он не смог справиться с вот этими вот тёлочками. Ну а с вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо вам за просмотр и за вашу поддержку. Всем пока-пока, котейки мои!